миром и для больших пиров создан напиток под названием Немиров. В русских традициях, если уважаешь бокал, кверху без отказа поднимаешь. Специально для гурманов и аристократов, для интеллигентов, кто не может без матов, для фанатов спорта и королей корда. Это вкус победы, знак высшего сорта. Настоящие мужчины пьют Немиров. От брюнетов до блондинов пьют Немиров. За прекрасных дам и за честь мундира. Настоящие мужчины пьют Немиров. Настоящие мужчины пьют Немиров. От брюнетов до блондинов пьют Немиров. За прекрасных дам и за честь мундира. Настоящие мужчины пьют Немиров. На закате дня нету настроения. Ушла подруга, кинули друзья. В решении проблем таких необходимо сила и свойства лечебные. Немирова — это сила перца, вальс ног немца и американца. А народ славянский всегда готов для танца. Из уст его по жизни валит проза, ее сменяет лира. И после душевного разговора любой готов стать чемпионом боксерского турнира. И после душевного разговора любой готов стать чемпионом боксерского турнира. Настоящие мужчины пьют Немиров. От брюнета до блондина пьют Немиров. За прекрасных дам и за честь мундира. Настоящие мужчины пьют Немиров. Настоящие мужчины пьют Немиров. От брюнета до блондина пьют Немиров. За прекрасных дам и за честь мундира. Настоящие мужчины пьют Немиров. Белоруссия, Россия, Украина. Чтобы все решалось миром. Пьют Немиров. Белоруссия, Россия, Украина. Чтобы все решалось миром.